Состояние нестабильное, но чувствует себя хорошо и постепенно набирает вес. Такими словами, работники зоопарка Ортодайдо отзываются о здоровье теленка овцы быка, найденного на прошлой неделе в Алайховской тундре. Сейчас Гого, так назвали малыша, находится в карантине под круглосуточным наблюдением ветеринаров и работников зоопарка. Его кормят каждые 2 часа и дополнительно дают витамины. Добавим, что в 2010 году из Алайховского района в зоопарк также привезли 3-месячного найденыша. Кормим из бутылочки детской, да? Ну, вот как у всех, наверное, кто искусственно выкармливал своих детей, ага, из таких же бутылочек выкармливаем. Вот водичку он пьет, ага, постоянно вот, поддерживающую терапию получает. Вот. Так что, ну вот немножко уже начинает вот травку, да, поедать, уже ягель мы ему даем такой намоченный, вот соль даем. Ага. То есть предлагаем все, что как бы входит в их рацион потихонечку. Вот, но основное, конечно, это молоко.